В Восточно-Казахстанской области началась амнистия заключенных. Уже освобождены свыше 400 человек. Все они осуждены за преступления небольшой тяжести. Еще 600 заключенным сократили сроки. В Восточном Казахстане находится большая часть исправительных учреждений. В них отбывают наказание 5500 осужденных. По принятому недавно закону об амнистии в регионе помилованы 1039 человек. Их дела направлены на рассмотрение в суд. Наша задача – предоставить материалы, подготовить, как я уже говорил, полноценного гражданина для выхода в общество. То есть мы разъясняем. Помимо правовой работы идет и социально-правовая работа по подготовке осужденных по выходу в общество. Многие осужденные после освобождения обычно сталкиваются с проблемой трудоустройства и жилья. Оказываются потерянными и связи с родственниками, друзьями. Поэтому реабилитация и социализация амнистированных – одна из важных задач, считают в гражданском секторе. На сегодняшний день, вот, реализуя два пилотных проекта в 2016 году от Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, это позволило нам охватить как в местах лишения свободы, так и лиц, не отбывающих наказания в ограниченных условиях, то есть более 3000 осужденных. Ту или иную помощь мы смогли оказать. Тимофей Скидаренко – один из подопечных Виктора Дака. Половину жизни мужчина провел в исправительных колониях. Благодаря поддержке общественных организаций он смог получить специальность. Создал семью и мечтает быть полезным обществу. Мне здесь помогли, оказали психологическую помощь, медицинскую. То есть я прошел полный курс лечения. Там помогли мне пойти на учебу, я отучился на электрогазосварщика, сейчас у меня есть диплом, дипломированный сварщик, на 4-й разряд я сдал на отлично. Ну вот сейчас устраиваюсь на работу. По словам специалистов, в стране нужны центры социального содействия для поддержки отбывших наказания. Ведь кроме жилья и работы, зачастую освободившимся нужна медицинская и психологическая помощь. Сабина Тургаева, Мирей Муратханкызы, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.